Стара перед школой, хуя себе крекер, ты, конечно, бизнесмен, ебать. Кройте секрет, чем вы занимаетесь, что можете смотреть стрим в такое время, вы все аллигатор или у вас часовой пояс не московский? У многих не московский часовой пояс. Вот. Многие на работе смотрят, кто-то во время работы. Там, кстати говоря, пришло письмо на почту, в котором вроде как говорится, что теперь не обязательно держать стрик сабскрайбов, чтобы у тебя отображалось количество месяцев. Для компаньонов убрали подписки за 10.25, вместо этого сделали бы 3 салта басмайла. Лучше бы, знаю, что, Шур, лучше бы, блядь, СНГ сервера наконец сделали, ебать. Потому что через Restream IO, в принципе, можно нормально стримить на московский сервер. Вот, но все равно смотреть, блядь, многие просто не могут. Сливочном грибном соусе записал это охлажденным апельсиновым соком. И это-то к чему? Всем желаю так покушать. Слушай, а ты случайно не весишь, как этот, как Некрон за сотку? Вес 60 кг при 184. А, то есть ты как этот, как Беливер, да? Глянь, что не используешь, продай денег много и вес меньше. Бля, ну я продам там ученым говна печеного, ага. Все нужное можно найти. Да, блядь, вы что, не понимаете, типа, пиздец, блядь, это интересно, собирать всякую хуйню. Проходи, не задерживайся. Закрыть. Да почему оно появляется? В смысле, где, блядь? Где, я не вижу. А, сука, вот, блядь. Ну и чё? Ебать. Блядь, жопа. Блядь, ну... Он с первого патрона заклинил, это серьезно? Блять. Я еще не сохранялся, нихуя. Блять. Блин, там еще один, по-моему, да? Бля, очень надо туда, ребят, пизда рулю. Да ступи, пиздец, вы че? Блять. Сука. Ну, ребят, сейчас полутаем. О, давай, хилюсь. О. F6. Найс. Ну, там вот, смотрите, ребят, просто чекайте. Гамилифи нашел пиздатый секрет. Ага, да. Гамилифи находит секреты, а его посылают нахуй. Да-да? Нихуя себе. Да-да? Да-да? Нихуя себе! Сева, ебать! Да-да? Бля, хуя я модный. Ебать, я модный вообще. Проходил Сталкер до этого, ребят, очень давно. Прям очень давно. Все нормально. Свечню уже пленку. Не свечну, ребят, идите нахуй. В хорошем смысле имею в виду, конечно. Болтами пользуются иногда, да. А вспышка такая... Я не буду ничего менять, отъебитесь! Убрать оружие. Сталкер. Я помню, я когда играл в детстве, я весь долг перепиздил. Вот, ну, я не знаю, мне просто было фаново, я зашел и просто всех перехуярил там. Также поступил, а потом стаскивал все трупы в центральное здание и сажал всех на кресла и диваны, пытаясь сделать дружелюбную атмосферу. Блять, ты хорош.
блядь. Да, пожалуйста. Хочу артефакт, пусти. Да, изи. Батарейка, электрошок плюс 30. Ладно, вы меня так просили пленку поменять. Поменяю, вот, возьму вот эту вот. Пойду елку выкину. Ну ты, кстати, что-то рано, блядь. В феврале это еще рановато для выкидания елки. В марте, блядь. Подожди, что? Ну... В марте, блядь, нормальная тема была. Боню, кстати, артефакт есть. То люблю лутать, то не люблю лутать. Просто начинаешь уставать от этого. Типа, я имею в виду, что... Я лутать очень люблю, но, наверное, это больше уместно. Больше уместно, когда ты играешь соло. Когда ты играешь на стриме, это не очень комфортно. Потому что тебя прям булить этим начинают. И начинаешь очень быстро от этого уставать, когда вместо, ну, какого-то общения в чате одна хуйня, типа там, ты, блядь, проебал то, проебал это, там, водку не забрал, ебать. Вот. Поэтому бы хотел избежать. Если прям вот что-то классное, то, да, я бы вернулся. Вот, а так... 1, 2, 4, 3. Спасибо. Кол. Я писить захотел, ребят. Хорошая игра, хорошая. Совсем не страшно. А, найти код, понял. Совсем не страшно. Блядь. Так, ребят. Надо, наверное, сделать перерыв. Я так предполагаю. А то Лиза просто так такие смайлики не ставит. Надо бы старые игры в Steam покупать. Да блин, хотелось, знаешь, иногда просто хочется, ну, купить что-то, чтобы оно у тебя было всегда, вот, ну, типа коллекции, я не знаю. Бля, пиздец, пойду. Блять, ну у меня все штаны мокрые. Блять, микрофон не выключил. Блять, все штаны мокрые. Ой, Лиза, иди сюда, портки менять будем, блять. Да ёб твою мать! Я просто не люблю, когда меня водичкой поливают. Пиздец, она холодная. Да и пиздец, это домашний буллинг. Да, блядь, она по мне даже хуярит, а ему насрать. Ну, во, его хуярит, смотрите. Кровь есть. Надо еще гранат. На Reddit пишут сейфлоут у двери и попытаться ее открыть. Блядь, на Reddit просто гении нахуй сидят. А, подождите. Блядь, ну гении...
А, он красный теперь. Отойди от нее, блядь! Алло, блядь! Сахаров, у тебя ебанулся твой дебил этот! Нет, нет, нет! Хуй, не закроешься, блядь! Не, нет, иди нахуй! Да сука! Первое, до двери напишем, чтобы не запутаться. До двери. Да, блядь. Говно игра. Сохранить. Так, это будет этот сейф. О-ка, ну-ка. Подождите, блядь. Two hours later. Да алло, блядь. Не, я упорный, блядь. A few inches later. Он не умрет? Серьезно не умрет? В бункере он бессмертный. Забивай на треть игры и беги на радар. Да, пробуй загрузить до всего этого говна. Да там, блядь, 3 часа геймплея. Опа. Подождите. Блядь! У тебя будет 5-секундное окно, чтобы перебежать. Обе пошли на радар. На крайняк можно прописать в консоли, а что прописать? Колька проходил, ни разу так не багал, а у меня Steam-версия, блядь, самая лучшая версия этой игры. Да я тоже проходил, у меня ни разу никаких багов не было, ничего подобного, блядь. Ладно. Короче, сейчас загуглю. Ебать. Победа. Опача. А, ну да, секрет-то не открыт, блядь. Знаешь, в мешке нет ничего. Понял. Вот кто это придумал, я бы ему в рот бы насрал бы, блядь. Вот этому дебилу, который сидит нормальный, блядь. Значит, геймдев-компания такая, блядь, сталкер, типа Чернобыль, пиздец, похайпим. Такая нормальная тема, короче, пиздец. Там артефакты, хуяк-то там, зомби. Вот это вот. Секретов сделаем, ёбаный рот, просто пиздец. И как на этой картинке, какие у вас есть предложения по улучшению геймплея? Там, может быть, главный герой мой будет хилиться, там, я не знаю, в попусе пихать предметы разные. И чел вот такой вот сидит такой. А надо сделать так, чтобы ты не мог, блядь, лутать вещи, сука, пока на карте не появятся они, блядь. Да, и просто я бы в окно бы выкинул нахуй. О, кстати, найс вот это вот. Ага. О, неплохо. Так. Нихуя себе. Угу, так. Угу. Ага, угу, так. Ага. Это в Стиме, кстати, лицензионная версия. Я не наебываю. Я не наебываю, ребят. Хоть бы модов для сложности накрутил. Блять, братан. Запусти свой стрим по сталкеру. Ебани туда, блять. 15 модов. Еби! Или соси, как бы. Я приду к тебе, вот. Я даже тебе хост дам, блять. Проходи, не задерживайся. Вот. Обещаю тебе, подрубишь стрим свой, дам тебе хоста, блядь, на сталкера с модами. Я тебе выгодное предложение для стартапа, как бы. Хазе, ребят, короче, объясняю, ребят, еще раз. Объясняю, ребят, еще раз. Отменили на Твиче время
для поддержания стрика подписки. То есть, если вы проебали стрик сабскрайба, вы сейчас это не считается. Вот. Сейчас все ваши месяцы, когда вы сабались, они суммируются. Поэтому вы заново можете... Типа, идет пересчет времени всего, поэтому вы заново можете врубить алерт. Нихуя не поняла. Блять. Короче, раньше была какая хуйня? У вас была неделя, когда у вас кончался саб, у вас была неделя, чтобы продлить его и сделать себе, типа, стрик. Несколько месяцев. Если вы не продали саб в течение недели, у вас сбрасывался уже стрик. Алерт был, но могу. И следующая подписка. Предлагаю прошлую схему, хочу знать и трек, но не знаю какой. Так что давай 1, 2 или 3. Давай 1. Аплодируют? Кончили аплодировать. Сори, но боги рандомы были не на стороне наших уж. Блять, ну... Бля, ну виски пиздец. Ну что это такое? Плюс в чат, кто за то, чтобы скипнуть эту дресню, блядь. А пока пусть играет. Бля, виски, объясни мне, ты долбоёб, я не, просто не понимаю. Ты спрашиваешь, что закинуть? Потом я спрашиваю, кто за то, чтобы скипнуть? Ты тратишь 200 рублев, закидываешь какую-то дресню. Вот. И потом, блядь, плюс ставишь, чтобы скипнуть. У тебя, ты вообще норм, тебе нет там, ну... Как ты себя чувствуешь? Ты долбоёб? Честно, вот скажи мне только, вот, пожалуйста. Ну, пусть играет, пусть играет. Я не такой. Угу. Охуенно вообще. Ты как читаешь название? Apex Legends или Apex Legends? Ну мы русский как бы народ, блять. Мы должны говорить нормально. Не всякие там ваши Legends, а легенда Апекса, блять. Все. Легенда Апекса. Я легенда. Я что-то думал, что мы пойдем в эти домики, что мы там прям рядом дропнулись, а вы убежали совсем в другую сторону. Спроси, пожалуйста, у него, куда он пропал, где стримы. У кого? У Крекера? Крекер, где стримы? Ты куда пропал? Блядь. Я играл в закрытый альфа-тест Spellbreak. Так. Его стримить нельзя. Кузнецы будут? Да, будут попозже. Ну смотри, мы как чётенько, блядь, хуярим. Вроде все в игре неплохо сделано, но почему у меня ощущение, что она закончит как блокаут? А, она не закончит как блять. Как блокаут, хотя потому что она 2000 не стоит. Входной порог намного меньше. Да. Хуяло, чего конкретно? Ну, то, что такая классная игра бесплатно. Пока что, по крайней мере, без пейтвина. Это бы не особо решало. Очередной батл рояль? Я не знаю, чем вы недовольны-то, ребят? Типа, игра бесплатная, не нравится, не качайте, не играйте. Нравится, качайте, играйте, чё? Вам кто-то чё должен? Вам же никто ничего не должен, блядь. Скачивайте, дорадуйте жизни. Не хотите, не скачивайте, как бы. Все просто. Вообще никакой у тебя пизделки нет больше, да? Mm-mm. Я просто не знаю, как в игре общаться. Но в игре там пиздец, там рация. Да. Короче, слушай, у тебя на стриме тебя слышно хорошо, а Квадрата плохо. У него на стриме его слышно хорошо, а тебя плохо. Понял. Понял. Так, да. Меня тоже у тебя хуёво слышно здесь? Ну, ты подпёрживаешь немножко. Ну, это аналогичным образом, да. Сейчас, секунду. В окно Бля, у него под столом живешь? Как-то двусмысленно звучало. Да. Тебя алертами не выебали уже, да? Ну, немножко выебали. Но у меня сабов-то, типа, не очень много, поэтому... Не так уж, чтобы критично. Вот Шрауду пиздец. Там, кстати, недавно новость от NVIDIA была, то, что они коллаборируют с OBS-ом. Вот, и в следующей версии они поправили производительность Nvenc кодека. Это вот, для RTX. Для 20-й серии. Нет, не только, них... не только. А все карты, ну, на знаю, которых как... доступна технология Nvenc. Shift, знаешь, как нажимать, да? Shift? Что нажимать? Shift, чтобы быстрее лететь. Или летишь тут... быстрее. Блин, гусень такой жирный. Да слышь!
Ты еще такой медленный потом. Да слышь! Как он героя выбирал еще? Блять, токсики. Ты шиф держишь или это? Просто он так бежит медленно. Короче, для незнающих. У Твича обновление. Теперь значок саба зависит от общего количества подписок месяцев на канал, а не от стрика. Они эту систему ввели, все говно обновилось, и у всех появились уведомления. Надеюсь, так точно. Я... Почему никто не угорает так, над фразой хилочка, кольцо пригодится. Сужается? Блин, мне бы пулик легких. Легкие патроны. Держи, скину. Спасибо большое. Я могу кинуть хилочек 10. Ебать. А, ну давай, кстати, у меня фул этот. Кидай какую-нибудь хуйню, пригодится. Все. Да хватит. Да блядь! Блядь! Крейг, у тебя руки из жопы, вот чё. Нести не можешь. Метку поставил. Блядь, Андрей, метку на колесо можно ставить. Да я мертвый был, ёб твою мать! Так сложно, что ли? Квадрат, я мертвый был, блядь! Тебе в друзья на мейн вовере. Мертвый с могил даже поднимается, а тут всего лишь метку поставить. Гусь, хочешь за хила поиграть? Нет. Ну ладно. Я 2 года, блядь, за хила играю. С половиной, тем более. Андрей, битва контейнеров. Сейчас, подожди. Арсенал. У меня один есть. Да где, блядь? Право вверху, набор апекс осталось. О, давай, поехали. Я открываю. Пососать. О, фиолетка, белая-белая. Фиолетка, синяя-белая. Соси! Сука! У меня син. О, кто-то давай взял припасы, а я взял пистолет. Который рядом с припасами лежал. Охуенно вообще. А я думал, я пистолет забрал. Андрей, смотри, ПТГ. Ты сам себя подорвал, дебил. Я милишка его ебу. Я его ебу. А, это он, чемпион, да? Уничтожен, блядь. Сука, я как в воду глядел. Пиздец, мы 20-й из 20. А, нет, 19-й, блядь. Кто умудрился пизды быстрее нас получить? Какая разница, опять сейчас упадем, троём пистолет. Андрей. Да. Андрей. Да. Можно оружие не пиздить? Да ты у меня патроны спиздил просто. Чё? Сделал тросик. Резаем его. Да блять. Какой тросик, ебать? Крекер нас пиздит. Хуярит. Жопу ебут. Все, пока. Блять. Я 20 раз сказал, что у меня оружия вообще никакого нету. Пуль не было опять же тоже. Я молотов им кинул. Я ног... Тросик, блядь. В попу носит. Ой, бля. Тросик. Ну, тросик, глянь на меня. Тросик. Смайл. Заебись. Все окей, блядь. Как люди выебываются на фри-ту-плейные игры? Не знаю. Overwatch там говорит 1к. А чё в Fortnite? А зачем все игры с Overwatch, ну, типа, сравнивать, я не понимаю. Наверное, красиво сделан, вот и сравнивают. Хотя я знаю, как куда тебе сказать? Куда. Блять, в мире очень много красивых игр, которые сделаны помимо Overwatch. А сравнивать каждую игру с Overwatch и говорить мне о том, что, блять, это не Overwatch, блять, пизду Overwatch стримить, ребят. Когда-нибудь случится то, что я вообще не буду Overwatch стримить. Когда-нибудь. Он за 30-кой. Крекер, алло, блядь! Чё ты ждёшь? Пиздец, ты АФК там? Ясно. Я тебя кикну нахуй сейчас. Ты заебался своими тросами, блядь. Ты там, пиздец, ты что делаешь-то вообще? Я хилился. Да может мы поиграем, блядь? Как долго так? Шо, у меня 2 хп было. Шо, мы... Блять, я тоже не понимаю, ты пиздец, по-моему, упорот, блять. Да упорот. Блять, Крекер ее звали. Ну что? Ой, ебать, легендарная какая-то штука мне выпала, что ли? Ебать. Рамка баннера. Легендарная. Красиво. Я вообще никого не вижу ближайшего. Он слева здесь у тебя.
Я попасть. Левее бери. Извините. Не играй на макре вовере. Не играю. Хочешь, я кину скриншот? Хочешь кину скриншот, какая у меня сейчас мышка? Дрянь, здорово. С фикс прайса за 70 рублей. Я бы хотел такую. Давай, скидывай. В дискорде, что ли? Ну, главный чат в квадрату чата, дискорд, да, походу. Дискорд. А, не, я вышел из дискорда. Блядь, там, походу, пушка, ребят, тут подождите. Блядь, ты как ее держишь вообще? Ну, вот так и держу. Подождите. Ты ебанутый, я сейчас покажу. Дорога. Это пиздец. Ты как с ней убиваешь, блядь, ебанутый. Ой, спасибо, ребят, спасибо вам. За пол цены называется, да, скидки были, блядь? Нормальная мышка, ну шо вы? Ой, блядь, ладно, крекер, прости. Претензий нет по поводу. Да, да, да. Ты слишком силен. Опа, хайграунд это хорошо. Андрей, да. Что еще было в прошлый раз? Что такое? Не, все, сейчас вообще все охуенно. И если вы нас смотрите, дайте денег, пожалуйста. Спасибо. Его нужно покупать? Нет, Origin это клиент, типа батлнет клиента. Ничего не надо покупать. Донатить, ребят, ребят, ничего не нужно покупать. Скачайте, блядь, и играйте. В свое удовольствие. Ничего не нужно. Донатить не нужно, блядь, ни на что. Просто никого играйте. Да. Блин, жаль, что я не играю в эту игру. Я бы сейчас знал, где эти, ну... 200 рублей, ребят, ссылка в описании. Еще и трек поставите. Да, да, кстати. Ребят, на сэкономленные деньги можете стримеру закинуть монету. Вот, трек там. Заебись тема. Ребят, игра оплачивается кнопкой Donate под стримом. Вот. Заходите, покупайте, пиздато вообще. 200 рублей, трек в подарок. Вообще, да. Бац. Вообще, четко. Зумовок, типа, X4, X8, чтобы снизить. О, ёпта, блядь! О, чё? От души тиражи. Ой, Last Angel, спасибо тебе огромное. Ой, пиздец. Вот так. Блять, у меня чуть Кондратий не случился. Да у меня там на большой донатос от 1000 рублев. У меня там это интересно. Нормально, ребят, профилактика сердца это всегда хорошо. Ой, блять. Я пиздец, голова закружилась, подождите. Как игроли? Игроли заебись. Ну вот, по деревам ебани. Давай. Больше пить хочу. У тебя 2 минуты с половиной. Давай, квадрогейминг, я не шучу, обоссусь сейчас прям в кресло в свое геймерское. Блять, кстати, покупайте, дайте денег. Я спасибо. Понимаю, я ж... Тут еще... Пуш от тебя. Это... Блядь. Андрей, тебе идет ближе. Срочно нужен адреналин. Ну или на крайний случай. Last Angel, пирожок, пиздец. Да, я тоже покажу. Ну-ка, я покажу, как ты показываешь. Что делать, если мне надо написать сочинение на 120 слов? Я его растянула, блядь. Че не герой такой? А я написал на 55. А, чат только для фолловеров. Спам, бан, мат и бан. Купить. Нихуя себе. Где ты накручиваешь? 1000. 6 человек онлайн. Бан, блядь. Просто бан. Косарь будет стоить 1000 подписчиков. Меня слышно? Все, блядь. Блин, мне вот это вот нравится, типа, если ты хочешь зайти потестить игру, вот так вот посидеть там, побахать с друзьями, да? Тебе ничего не нужно платить, ты заходишь и спокойно тестишь, блядь. Если ты хочешь купить нового героя, ты его без проблем можешь купить, если ты активно бахаешь и тебе игра понравилась. Если ты хочешь, блядь, каких-то скинов себе пиздатых, пожалуйста, задонать, блядь, покупай скины. У меня один вопрос. А что, если я хочу с тебя? Что? А что, если я хочу с тебя? Донать, блядь. Да я не хочу ничего загадывать, типа, тут вопрос в том, сколько компании сама вливает в развитие этой игры, понимаешь? Ой. Типа, если они будут вливать в развитие игры, все будет заебись, не будут, игра нахуй пойдет. Ребят, у меня Майкл Джексон ебашит, ну... мы должны это выиграть. Это... Гусь. Да что? Как бы, Вовер вообще ничего не вливает, там контент один раз в год. Ну,
Давай будем вливали объективными, вливают. Первый год дохуя вливали. Да, там, да и сейчас вливают дохуя. Вопрос только в том, что по твоему личному мнению, как по моему, собственно, его недостаточно именно с точки зрения геймплея. С точки зрения кастомизации, ну... ивентов, постоянно какая-то дресня происходит. И если ты типа common рядовой игрок в Overwatch, для тебя контента до жопы. То есть ты играешь периодически по выходным, там заходишь, да, по вечерам в Overwatch. Тебе есть все, соревновательный режим, куча скинов, блять, левел там и так далее. Вон там, соревновательная это, хуйня какая-то. Типа это. У меня нету гуся. Это я. Контента до жопы, вопрос только в том, что он для тебя бесполезен. Понимаешь? Ну, в том, что для стримеров тоже будет бесполезен, люди, которые просто каждый день живут этим. Ну да. Для стримеров он бесполезен, поэтому я сижу и воняю, потому что я хочу больше, ну, типа, зрителей на своем стриме, а для этого нужно, чтобы выходил другого рода контент. Новый. Как бы вот и все. Ну, в Overwatch выходят до хера. Но вопрос также в развитии киберспорта, потому что он напрямую влияет на развитие. Наверху в пещере они, да. Ты над охлаждением 87007 заморачивал стандартный на 100 ватт, лишь взять мощнее с большим диаметром на 200. Ну, я поставил просто большую вертушку. Сейчас у меня... Что, у крекера там за мышь? О, блядь, там интересное. Ой, да отстаньте. Бля, вот это вот оружие, конечно. Ну пизда мне, ебать! О, нормально, нормально. Нормально, считайте, вот сколько мы поиграли стрим. 5 часов поиграли. 4200 нафармили. Как тебе игра? Ну, давайте какое-то резюме подведем перед кузнецами. Не рассматриваю эту игру как там что-то классное. Ну вот. Что прям вау, пиздец. Мне денег никто за это не платил. Я не буду сидеть и говорить: вау, ребят, да нормально, ебать. Ну, с друзьями посидеть там нормально. Типа, не, если вам нравится батл рояли, типа, окей. Вот, можете попробовать поиграть. Не факт, что вам зайдет. Не факт, что вам понравится. Но она бесплатная, вот. И, типа, вы ничего не теряете. Ну, скачайте, посмотрите, понравится вам. Ну, заебись. Не понравится? Ну, хрен знает. Играть интересно. Вот, мне лично было. Я люблю шутеры. Люблю вот эту вот, всякие ульты там, хуи вот это вот. Вот. Ничего донатить не надо. Ничего не нужно, ничего покупать, блядь. Скачивайте Origin, пробуйте играть. Понравилось? Заебись, поиграйте. Не понравилось? Ну и нахуй ее, как бы. Вот, это вам, типа, не Black Ops за 2К, да? Вот, это все-таки. И будет ли игра развиваться? Хуй знает. Будет ли она дальше интересна и популярна? Хуй его знает. Но меня это и не особо волнует, если честно. Вот. Оптимизировано нормально. У Крекера, он говорил, у него там, типа, деревянный ПК. Вот, у него нормально она работает. Как бы. У меня нормально работает. Ничего не вылетает, ничего не лагает, блядь. Я, опять же, когда я покупал Call of Duty за 2000 рублей, блядь, между прочим, я заходил в игру, сука, лутал челика, который убил, у меня игра дропала нахуй.
Это, блядь, за 2000. Здесь у меня за 5 часов ни разу ничего не лагнуло, блядь, не фризнуло, не вылетело, ничего не было. Это что касается, ну, типа, того, что сделано. Что касается интересности геймплея, ну, я не знаю, мне прикольно было. Вот, это все, что я могу сказать. Это не то, над чем стоит задумываться, вы не потратите время зря, вы сами для себя поймете, надо вам это или нет, это не нужно покупать, понимаете? Я поэтому всегда говорил, в чем преимущество фри-ту-плей модели распространения. Вы можете зайти, попробовать, если вам не понравится, вы ничего не потеряете, вообще Дорога. Ничего. Кроме, возможно, 2 часов своего времени. Я не знаю, сидите там, сериал смотрите, поставили ее на закачку, скачали, зашли, попробовали. Заебись, понравилось. Ну, играйте, блядь, в удовольствие. Не понравилось, да и хер с ним, как бы. Не нужно денег на это тратить, и это прекрасно. Заебал уже, Райки, иди в пизду нахуй отсюда. Заебал ты меня уже. Поэтому я на этом с вами попрощаюсь. Подписывайтесь на канал, вот. Ставьте лайки. Нажимайте колокольчик. Вот. А если серьезно, то спасибо вам большое за вашу поддержку. Материальную и моральную. Материальная очень важна, потому что на эти деньги я ем еду. Кузнецы всегда так по времени будут. Ну, смотри, я начинаю в 12 в час. Ну, в 12 я давно не начинал. Где-то в час я начинаю стрим. И обычно часов в 5-6 я уже перекидываюсь на кузнецов. Поэтому вот ориентируйся на...